Вот только что произошел обстрел Гладковки. Разрушены дома, укрофашисты, сволочи, пытаются нас запугать. Какие с такими тварями переговоры? С этих тварей надо уничтожать. Да, сейчас. Боже мой. Мы сейчас снимаем, дорогие друзья. Горят дома. Только что, буквально 10 минут назад. Ой, боже мой. Вот горит дом. Вот разорванный мужчина. Его разорвало на куски. Вот горит дом. Боже мой. Надо, сейчас найдем что-то. Подожди, сейчас, сейчас. Это вашего коллегу разорвало, да? Ребята. Ничего не осталось. Это ваш коллега, да? Какие ж вы твари, блин. Гореть вам в аду.